Всем привет, вы на канале Мамсента. Сегодня мы едем отдыхать с мамой. Привет. Папой. Привет. Едем отдыхать в гидропарк. Будем там кататься на горках и плавать. Ну что, поехали, встретимся уже там. Мы в гидропарке. Сейчас будем идти в бассейн. Вошлите. На любимые Кирюшкины горки? Да. Пойдем посмотрим, работают они или нет. Да. А если работают, то мы обязательно пойдем туда. И на них покупаем. Кстати, не сильно много людей. О, а горки не работают, а работает маленькая горка. Ну что, Кирюш? Здравствуйте. Как круто, да? Мы выбрали вот этот столик, тут в тенечке, классный, прямо возле бассейна. Очень круто. И на горку бегать тут тоже очень-очень удобно. Кирюха уже в бассейне. Ну как, да у тебя водичка? Что? Как водичка? Нормальная. Крутая? Да. Ты снова на горку? Да. Снова, сейчас будет съезжать вот с этой вот синей горки. Посмотрите, какая она. Обалдеть. Сейчас Кирюха съедет, я вам покажу, как она будет выплевываться оттуда. Вот она. Вылетела. Кирюшка сейчас хочет вам всем показать, как она все-таки научилась плавать. И она действительно уже может переплыть полностью бассейн. Сейчас она побежала на ту сторону и покажет, как она это умеет делать. В общем, это лето у нас выдалось хорошо, потому что дочь научилась плавать. Так, ну и... Плывет. Молодец. Еще чуть-чуть осталось, умничка. Еще. Давай. Молодец! Это все. Я тебя поздравляю. Я устала, я так хорошо проплыла. Один раз. Я уже устала и... Ух, уже не могу такого. Дочь, я тебя поздравляю с тем, что ты научилась плавать. Да. Теперь эту дату, какое сегодня число? Сегодня, по-моему, 20 августа 2018 года. Можно записать в книгу «Взросление Киры», что она научилась плавать. Давай пять. У Кирюшки легкий перекус перед основной едой. Да, картошка фри. Она очень вкусная. Кто кушает приятного аппетита. Что, ну что, бомбочки прыгают? Да. Да. Смотрите, прямо сейчас. В прямом эфире. Ну как? Классно, но я все равно достала до дна. Ну давай, садись, хватай рука. Только не выпрямляйся, Дотя. Вот где только выпрямляйся. Вот где выпрямляйся. Вот так. О! Вот это была настоящая бомбочка, супер! Какую нам вкусняшку принесли. Вот эта рыба супер классно. И картошка. У нее во рту помидор. А у нее во рту помидор. Аппетитно все очень выглядит. Вообще супер. Все, всем приятного аппетита. А мы будем ее кушать. Кирюшка сейчас общается со своей подружкой, которая улетела в Израиль. А вот мама снимает. Соня, привет, попадешь во влог. Ничего. Сейчас еще раз плачется. Нет, только не плачь. Давай, разговаривай. Да, договорились не плакать, правильно. Кирюшка испугалась осы, и мы ее решили спрятать в бутылку. Теперь у нас оса джин. Вот она у нас тут. В стакане. В общем, я перевернула стакан и там спрятала осу. Два, три.
сыграли только что в карты на проигравшего, и проигравший должен был съесть бин-бузл. И папа у нас проиграл и съел что, пап? Тухлое яйцо, да? Не знаю. Вот так ему повезло. Ну, радость точно. Ну что, Кирюха, второй раз? Да. Раздавай. Я снова вышла из игры и снова осталась Кирюха с папой. Кто же будет кушать бин-бузл? Папа снова кушает бин-бузл. А можно я за него? Нет. Сейчас папа тебе скажет спасибо. Кушай. Хоть есть перси запить. Или вот так. Вообще никак не пахнет. Ну так что? Тутти-фрутти? Бабл-гам? Лёд! О, как пахнет! Бабл-гам. Бабл-гам. А я бабу не подвожу. Все, накупалась? Было круто? Только расчесаться не смогла, да? Сейчас мы хотим с Кирюхой что? Кукуруза. О, вот эти дворовые овчарки, они очень худые, у них не так много шерсти. И есть овчарка Найт. Она очень хорошая. Точно такая. Ой, а эти я боюсь. Ну, потому что ты их не знаешь, потому ты их боишься. Да. А Найт, да, она как бы живет, но... Живет постоянно в разных местах. Я нашла кукурузу. О, да. Вот здесь вот она должна продаваться. Смотрите. Мне маленький стаканчик будет 20, достаточно. 25-30. Я буду вот это. Маленький стаканчик просто с солью. Да. А ты? Тоже маленький стаканчик. Ну, если какие-то приправы есть, то я добавлю. Давай узнаем. Кукурузки можно маленький стаканчик? Два. Добавлять? Да, обязательно. Мне кукуруза очень нравится, она очень вкусненькая. Это сладкая. Моя любимая с солью. Крепленый. А ты что не ешь? Да мне еще пока не дали. Давайте смородину ее. А, какая она горячая. Все, я буду кушать. А это крепленый. Потому что очень горячо. Стаканчик или... Все, ребятки, мы уже дома. Почти дома, мы на улице. Да, знаете почему? Потому что, Кирюшка, у меня ключей нету. А мы ходили с папой в магазин, а Кирюха каталась на гироскутере. И она позвонила, говорит, приходи, забирай. Я пошла, а папа оставила в магазине, а у него ключи. Ничего. Ничего? Тогда подождем папу. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и не забывайте подписываться на канал Малефисента. Всем пока, пока, пока.